У президента кадровый день. Александр Лукашенко назначил двух новых губернаторов. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Саченко возглавил Могилевскую область. Вице-премьер Александр Субботин – Витебскую. Благотворительная акция «Наши дети» стартует уже 14 декабря. В ней примут участие около 1 миллиона ребят. Заявились более 90 предприятий. Планируется, что они посетят порядка 150 учреждений и организаций здравоохранения, социальной защиты, центральные события, новогодние праздники и бал во Дворце Республики в Минске. В Бобруйске появился новый автобусный маршрут номер 22. Он курсирует по рабочим дням в тестовом режиме. Отправление от остановки Наумова в 7 и 17 часов. От микрорайона Западный в 7.28 и 17.21. В Бобруйске пройдет ярмарка вакансий. Безработных ждут в среду 15 декабря с 10 до 12 часов в актовом зале Управления по труду, занятости и социальной защите. К участию приглашены 6 организаций. Посетителям рекомендуют использовать защитные маски. В Бобруйском районе из воды спасли рыбаков. В воскресенье около 11 часов из озера вблизи деревни Орехово местные жители вытащили двух человек при помощи буксировочного троса. Пострадавших осмотрела бригада скорой помощи. Мужчины не пострадали, от госпитализации отказались.